strong. Здравствуйте, это Анапа, сегодня 3 декабря 2018 года, солнечная погода, голубое небо. И это район впадения реки Анапки в Черное-Черное море. Там вон в парке мы сделали, торчит себе на кухне. Все равно больше. Хорошо в такую погоду прогуляться по берегу моря. Наташа меня выдернула из-за компьютера. Лайки все ей. Ну вот, вот прямо вот. Зеленый. А тени какие длинные. Хотя сейчас времени еще не так много. Наверное, 4. 4 уже. Стройка идет. Кто-то будет жить в этих отелях в 2019 году. Друзья мои, ну вот уже количество подписчиков на рубеже 6000, как я и обещал, что я выпью бокал вина, когда 6000 будет у меня подписчиков, и я это скоро сделаю в прямом эфире. Следите за вашими оповещениями. Кто хочет получить это оповещение, нажмите, во-первых, подпишитесь на мой канал, во-вторых, нажмите значок колокольчика, и будете знать, когда я буду выпускаю новое видео или когда я нахожусь в прямом эфире. На этом наша прогулка закончена. Всего вам доброго. До следующих встреч. Что там, Наташа? Не муравьи? Отпечатки лап. Котов воителей. Какой-то снег странный.